Так, мы с Лешей приехали в Карифур, в Калею. Нет, не Калея. Санта-Сусанна. Блин, такая красная. Такая красная, не знаю почему. Снимаю на телефон, потому что на телефоне так незаметно, что я снимаю. А это, если взять камеру, сразу привлекаю... курилка. Сразу привлекаю внимание. Вот такая красота. Сегодня замечательная погода. На улице тепло. Карифур. Я произношу так, как произносят каталанцы, испанцы. Я ж как-то... Как правильно, Лёша, на французском произносить? Карефу. Как произносится по-французски? Карифу? Карифур. Нет, это неправильно сказали. Это по-другому. Ладно, все. О, а что-то мне кажется, в прошлый раз здесь этого не было. Так, такая вкусняшка, блин, как вкусно. Блин, я вчера весь день не могла есть супчик, только хлебала. Так я есть хочу, невероятно. Такие бокадильос тут, вкусняшки тоже всякие. Бокадильос, хлебушек. Хлебушек. Ну-ка, вот это вкусняшки 75 центов. А, да, мы с другой стороны зашли, тут продуктовая часть. В общем, мы пошли что-то купить на зиму. Оказывается, у меня все джинсы летние. Зимних вообще нет. А я купила себе билет опять. Он все равно на субботу. Будем смотреть. Что-нибудь выиграю, нет? Там какая-то бушка оферта. Вот тут лучшие представители профессии. Мы зашли. Вот так красиво сделано. Красота такая. Конфетки. Ферреро Роше. Вот Ферреро Роше. Сколько стоит? 2,95. 4,85. Это 6,95. Это 7. Это 7. Вот эти вкусные вот за 7,15. Они такие. Вишня там внутри. Сладкая вишня. Вот мы, Лёша, смотрите, выбрали. Красота ведь, да? Мне нравится. И всего 20 евро стоит. 20 евро. Пришли Лёшу одеть. Супер. Джинсы вот тут лежат, видишь? 70% скидка. Это женские джинсы. Это женские, что ли? А так это мне, наверное. Я, кстати, приехала сюда джинсы себе. Абрамухэр и омбре вон там для женщин и мужчин. То есть смотри, а сколько стоит? Это ничего не понятно. В общем, минус 70%, надо посмотреть. Вторая. Расправь их. Конечно, я не могу, я с этой штукой не могу ничего делать, она не на нервы действует. Лёша, какой ты капризный. Ладно. Ладно, про себя буду тогда только снимать. Нормально? Так, а как ты так смотришь-то на кофту на эту? Так, у меня там сумка, поэтому надо это... Ладно, выбирай джинсы, надели правильно. Вот, конечно же. Стыд, говорит, женский, говорит, там. Конечно, не женское там было. Я что, не могу понять, что за джинсы такие огромные. Вот мой размер. 70%. Если две пары взять, то вторая пара 70%. Скидка. Видите? Конечно, вот женское все здесь. В общем, я себе взяла. Слава богу, 42 размер есть мой. Вот эти джинсики. Значит, смотрите, одни 12 стоят евро, а вторые на 70% скидка. То есть, как бы, почему 100%? Ну, получается 12.
я получится где-то за 20 евро, наверное. Даже меньше куплю. Две пары по 10. По 10 будет. А вот плюш мы вот такие набрали. Вот такие джинсы красивые. Вот. У него 20 евро стоит. Никакой скидки нет. Ну и вот такой свитер очень красивый. Ладно. Ушел он, чтобы мне не мешать. Решил, не буду тебе мешать. Снимай, что хочешь. Плюшу надо спросить. Он же вроде хотел у меня пижаму. Пижаму. Сколько стоит? Он 15 евро сам стоит. Надо спросить у него, может. Пижамку хочет такую. Как раз его размер. Он же тощий, видимо, он такой тощий. С такими оленями будет спать. Или это женская? Не, это женская. Чуть я смотрю. Вот смотрите, это каталанская национальная, как бы, не знаю, как еще это сказать. Типа Дед Мороза, что ли. Вроде как Гантио. 24-25 евро стоит. Это вот надо вам рассказать, как по нему стучат, в общем. Ну да, долго рассказывать. Вот. А это вот Флор де Надал. Или Эстрелла де Навидад по-испански. Такой кагантил. Еще постельное белье тоже ведь мы покупали. Тут, кстати, должен быть этот Фунда Колчон. Вон Фунда Колчон. Вот Фунда где есть. Где, где мы с тобой покупали в прошлый раз. Я encontrado. Que? Pantalones, cuyons. Sí, ves ahí. Vale. Так. Кольчон, вот она. Кама 150. Ну почему никогда нету вот большой-то? Я ничего не понимаю. А? Леша, ну почему никогда на нашу кровать кольчона нету? А? Не знаю. Задрали вообще. 12 евро стоит. Леша, смотри, какая елка вон тут с огоньками. Вон белая еще есть елка. У нас наши елки 10 лет, ее уже надо менять. 125 евро. О, нет. 125 евро. Как это? А я свою за 44 покупала. За 44 покупала. А вот это каталанцы украшают. У них как бы под Рождество. Они так на столе так украшают такие вот эти религиозные у них всякие там. Ну, как сценки, что ли, и все вот это для сценок, вот, пожалуйста, здесь. В китайском тоже все это есть, и в три раза дешевле. Так что, если хотите так вот что-то сделать, вон там стулья есть. Вон табуретки, стулья, 12 евро. Маталасус. Вот шампанское, нужно тут 4 евро. А, нет. Если за 3, 6 так стоит, так 4,30, а ты если 3 штуки купишь. Так что не тут хитро очень. А тут еще и био написано, смотрите. Типа натурально. Ну это дорогие. А мне тут сбил. 6. Ну вот столько, видите. Ну это дорогое шампанское, хорошее. Это 2 вот тут. Вот такие шампанские, всякие разные. А тут пиво. Тут пиво сколько стоит? 55 центимов вон одна банка. А целая упаковка вот 11. Сколько там? 18 штук. Запиться можно. Вот это все полки, это вот смотрите, все вино. Вино разное. Вот их 3 штуки тут. А там уже рефрескос. Это... безалкогольные напитки. Сейчас мы берем продукты. Вот я вот это беру, ну потому что очень удобно, люди. Оно сваренное уже, просто с мясом делаешь и
Лёш, тебе какие макароны тут нравятся? Спагетти? Может, смотри, 45 евро. Ой, 45 евро, 45 сантимов. 72 сантима. Вон, спагетти лучше возьму. У нас спагетти дома нет. Так. Ну, вот это вот все макаронные изделия. Там они все разные. Не знаю, я почему-то помногу. Мы не набираем. Лучше каждый раз приехать, что-то новенькое купить. Чем это выбирать все. Что мы набрали? Мы, значит, Лёша чипсы взял, я себе там взяла солененькие огурчики, там рис взяли, асейте де олива, оливковое масло. Вообще так дешево, почти 2 евро. Капец. Дешево так. И вот этот как называется-то? Панеттоне. Ну, это итальянская штука. Пойдем. Не-не-не-не-не. Так нет, убирай, Лёша, я сама выберу. 1 евро, там 3 штуки. Ты чё? Не бери ничего, ты не знаешь, что брать. Так, вот это вот тут сыр. Ты сыр, что ли, хочешь? А сыр ты чё, не будешь есть, что ли? Вон для сэндвича сыр, нормально. Так. В общем, возьмешь 3 за 2 цены. Сальчичон вот такие. Лёша, вот смотри, много и сальчичон. Иди сюда, Лёша. Вот. Вкусно это. Да, и это тоже хорошее. Вот тут какие вкусняшки, блин. Это все так вкусно, так вкусно. А вот 2,50, Лёша, смотри. Вот 2,50, нормально. Вот это. Ну, давай еще это возьмем. Вот 1,70 €. Здорово. Ага. Ну, в общем, тут, знаете, можно ходить. И можно найти. А что тебе убирать, что ли, теперь? А почему здесь так дешево? А может быть, это тут написано, что за 3. А что-то ничего не написано. Нет, это, Лёша, это не та колбаса, которую ты взял. Не возьму эту, поем. Ты ешь такое? Ем. А ты ешь такое? Ну ладно. Больше колбасы. В общем, я вам сделаю. А, как раз на Новый год. Вот это на Новый год возьмем. Пошли, еще тогда надо взять на Новый год горошек. Паща, это там, да. Идите так, еще надо ждать, пока посыпят. Вон тут сколько детских товаров, смотрите. Текстиль детский, наверное, дорого. Ну, относительно, для нас недорого. В общем, люди, мы на 100 евро нахапали. На 100 евро получили. Это надо вот, это мой чек, отдельно я за штаны взяла. Много платила свои деньги, свои штаны его. И 80 евро получилось его шмотки и жратва. Что сказали? Что сказали про ключ? А вот тут лотереи-то всякие разные. Что ты там смотришь? Вот это на женское не похоже? Похоже. Мне кажется, это женское. Нет. Ну-ка, один. А они тебе малые, Лёша, они сломаются быстро. Почему малые? А малые это... Они не малые, нормальные. По ширине, а малые. Нет, нормально, мне не было ничего. И 6. Вот, смотрите. Мне кажется, это женские очки. Много. Ну-ка, ты-то. Вот это да. Вот это мужская форма, мне кажется. И они тебе не малые, вон, нормально. Ну, покажи, не видно. Покажи. Смотрите, какая красота, мама.
Вон 99 евро. А как пахнет. Не знаю, мне это уже вкусно все пахнет. 150. А тут сыр. Сыр. И всякий сыр. Тут оливковое масло. Натуральное. И вина натуральное самое. Вот такая красота. Muchas gracias. О, как хорошо, в Карифуре мне никто не запрещал снимать. Как было классно. Ну все, поехали мы. Че, скажи, мама, ничего не купила? Ничего не купила? Вот Вася не капризничает, кушает чудак. А Муська все время попрошайничает. Что-нибудь вкусненькое что ли дать? Ну, давайте, кушайте. О, сколько мы всего купили. Разгребать надо. Так, Леша на обед. Хлебушек. Здорово. Чопео вакуум называется. Нашел колбаску? Да, нашел. Ну!